дамы и господа, я рада приветствовать вас на торжественной церемонии бракосочетания. Уважаемые Рустам и Мария, в вашей жизни настал поистине незабываемый день. Сердца наполнены волнением, счастьем и, конечно же, любовью. Жизнь становится особенно прекрасной, когда в ней появляется любовь. Именно она помогает раскрасить яркими красками, окружает нежностью и добротой, заставляет биться сердца влюбленных в унисон, перенося к свой собственный, ни с чем не сравнимый мир, полный чуткости и взаимопонимания. Истинные чувства не требуют слов, но сегодня особенный день. Перед государственной регистрацией брака прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами общим, взаимным и искренним. Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ты невеста? Да. Ваше взаимное желание и согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Приглашаю вас поставить подписи в записи акта о заключении брака. Прошу вас. Thank you.
дорогие Рустам и Маша, наконец-то наступил этот долгожданный день, которого мы ждали уже, наверное, года полтора, потом год, потом полгода, и этот день наконец-то настал. Мы очень рады, что наконец-то вы уже соединили свои жизни, будете жить вместе, и как бы очень рады этому, потому что, ну, как бы нам нравится это все, как вы живете, как относитесь к жизни, вообще все это нам очень нравится. И день сегодня такой получился. Вроде бы с утра был достаточно пасмурный, а сейчас уже достаточно такой хороший, солнечный. Вот мы можем стоять под камерой и спокойно с вами разговаривать. Мы вам еще сегодня много хорошего скажем. Но вот от сейчас хочется сказать уже от себя, чтобы у вас удача вас не покидала, чтобы жизнь у вас сложилась благополучно, отлично, чтобы вы помогали друг другу. Здоровья у вас было. Чтобы ваши карьерные и рабочие дела у обоих шли очень хорошо, чтобы Маша нормально закончила все свои научные дела, чтобы Рустам продвигался по своей работе, по карьере. У вас все есть для этого, поэтому желаю вам в этом плане всего наилучшего, удачи и всего хорошего. Мы всегда будем с Надей рядышком, всегда мы готовы вам всем помочь. И я думаю, несмотря на то, что вы живете там, а мы живете, вернее, мы живем там, а вы живете здесь, мы всегда будем рядом и всегда будем рады вас видеть и вам как бы помочь во всех ваших начинаниях. Это вот мои слова, и сейчас еще пару слов от моей любимой супруги Надежды. Дорогие мои, вы сегодня создаете свою семью. Пусть все зависит от вас, счастье, благополучие в вашем доме. Пусть ваша любовь, дорогие наши, крепнет с каждым днем. Пусть в доме всегда будет смех, достаток, благополучие и понимание. Мы желаем вам мудрости и терпения, чтобы научиться не обращать внимания на мелкие неурядицы и разногласия. Каждое препятствие, которое вы преодолеете вместе, сделает вашу семью только крепче. Помните об этом и никогда не отступайте от своих целей. И нас не забывайте. Дорогие Рустам и Маша, вот буквально через несколько минут вы уже пойдете в ЗАГС и станете молодоженами. Молодожены — это вообще что? Я думаю, это два слова: молодые и женатые. И, наверное, стоит вам пожелать, чтобы вы были молодыми и женатыми всегда. Стоит, наверное, также сказать, что чтобы на протяжении всей вашей супружеской жизни все ваши совместные достижения и успехи были, наверное, такие же большие и величественные, как вот те небоскребы позади меня. Чтобы вы достигли точно таких же высот, прямо до облаков. На этом, наверное, все. У меня больше ничего нет. Дорогие наши Рустам и Машуля, вот и настал этот день. Долгожданный, радостный день вашего бракосочетания. Мы все очень рады за вас. Желаем вам успехов по жизни, пройти в дружбе, согласии, радости. Дорогие Рустам и Маша, сегодня замечательный праздник. Праздник рождения вашей семьи. Сегодня начинается летопись вашей семьи. Вы будете каждый день переворачивать страницы вашей семейной жизни. Сегодня начнется первые записи. Сегодня погодные условия сопутствуют. Выглянуло солнышко. Да, и чтобы радость солнце сопровождало ждет Машулю вас всю жизнь. Мы желаем вам только самого прекрасного, замечательного и всего самого хорошего. Удачной семейной жизни, будущего рождения наших прекрасных внуков, ну и всего самого хорошего. Рустам, ну вот еще раз, в дополнение ко всему сказанному, все-таки долго мы с тобой ждали этих моментов. Сколько мы с тобой с балкона смотрели сюда на все эти виды, сколько рассуждали обо всех разных вещах. Слушай, вот все-таки лишний раз хочу сказать, смотри, вот, дай Бог, да, чтобы все так хорошо продолжалось. Как мы с тобой здесь начинали, как мы с тобой здесь, когда сюда приехал, подбирали эту квартиру. Как мы с тобой удачно ее подобрали. Слушай, вот наше было с тобой правильное решение. Здесь. Вот раньше мы с тобой картинки смотрели. Москва-Сити, да? Как какие-нибудь туристы там, когда приезжают. А сейчас, слушай, каждый день вид из окна. Где еще такое? Когда еще такое, да? И теперь вот смотри тоже, как все было. Жил один,
А теперь недолго прошло, и ты живешь уже не один. И вы уже вдвоем. Совсем новый уровень жизни, совсем другие ощущения от жизни. Я думаю, что так бы должно и продолжаться. Вот очень рад тому, как вот ты ко всем делам относишься, как вот подходишь ко всем своим делам. Вот в таком духе надо продолжать. Вот даже вчерашний день. Ну, в общем, слушай, молодец. Все как бы правильно, все замечательно. В этом же духе продолжай, не останавливайся. Причем по всем направлениям. И по спорту, и по здоровью, и по работе. И вот сейчас этот день пройдет, свадьба закончится, ты уже будешь человек совсем с другим отношением к жизни. Ответственность у тебя сейчас другая будет, семья уже. И как бы вот тебе немножко... Ну, я думаю, ты все равно все это понимаешь, и все это у тебя будет так же хорошо. И еще хочу сказать вот про Машу. Вот Машу тоже мы, правда, уже знаем давно, почти что 2 года, да? Но я считаю, конечно, с Машей тебе очень повезло. Очень повезло. Даже неожиданно, я считаю, так хорошо повезло. Я как бы и не ожидал. И с Машей живите дружно. Я думаю, что это не просто супруга, а еще это очень даже такой хороший помощник по жизни. Очень хороший. Маша просто молодец. И, ребята, наверное, еще по ходу что-нибудь еще скажу. Вот пока, наверное, вот все. Хорошей вам жизни, удачной, здоровой. И будущего вам всего хорошего. Ну, пока все, ребята. Все, пока.